Ребята, всем привет! Приехала посылочка. Там должна быть коробка сникерсов. Давайте проверим, так ли это. Давай, тупенький нож, разрежь нам все. Опа, действительно. Пачка сников. Ой, пачка, коробка. Это здорово. Вторая коробка сникерсов в моей жизни. Так, это в сторону. Вот так. Это маленькие сникерсы, но какие как раз таки я и люблю. Не люблю большие сникерсы из-за того, что там два маленьких. Лучше я куплю маленькие сникерсы, в котором один сникерс, но он больше того маленького, который в большом сникерсе. Блин, офигеть. Открываем пачечку, заглядываем, и тут куча сникерсов. Просто на ближайший месяц затарились. О, супер, супер. Так, по дате. Что у нас здесь? До ноября 2017 года. Ну, знаете, я их съем до февраля 2017 года. Ну, фокус, ты где? Так, фокус сработал, ребят? Я думаю, сработал. Какой-нибудь другой давайте возьмем, например, вот этот. Они, походу, так, до ноября 2017 года, да. Все они сделаны в одно и то же время, походу. Вот такая куча сникерсов приехала нам из интернет-магазина «Розетка» в коробке. Ой, я доволен, честное слово. Давайте попробуем один. Действительно ли это сникерс, не макет ли это? Да, это, походу, настоящий сникерс, самый что ни на есть. Твердый, потому что только с мороза, с улицы, на улице мороз. Класс. В коробке, если я не ошибаюсь, должно быть 32 сникерса. Да, 32 сникерса по 50 грамм каждый. Ну что ж, на этом все. Кушайте сникерсы в меру. Спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Пока-пока.